с утра погуляли, идем домой, а у нас там уже работа кипит. Сейчас посмотрим, что у нас там происходит уже. Поднимаемся, вот туда нам надо в гору. Там наш участок. Вот что у нас уже движение. Движение, привет! Кормилец наш приехал. Все уже на плите готово там, да? Не, я есть не хочу пока. Привет, Валерий. Вот он, мой красавчик. Здравствуйте. Прибыл на место назначения для вырывания ям, копательных моих любимых. Все, отчитался? Молодец, мой хороший ребенок. Ребенок. Нет, еще не все. Держи. Сейчас. Их маленьких сюда давай. Кого? Кого? На что вы? Ой, я смотрю, Надька рассердилась. Прям такой грохот прям там стоит вообще. Вот, девчонки, вот посмотрите, наши девчонки. Вот прям одна, вторая, наша церковь. Мало, только под руку не попадай, да? Красота, вот так стоял бы. Стоял бы и любовался вот так. Смотри на них. Надь, возьми себя в руки, Надь. Я тебя хвалю, рекламирую, а ты тут это. Не, если молодцы, как не надо, глянь. Главное, ребят-то нет тут. Да, да. И главное, ни одного мужчины тут нет сейчас. Вот. О, ты здесь, мой хороший. Вот ты крутит там тихонечко там себе. Ага, крутит и крутит, молодец. Блин, жарко-то, смотри, стало, кофту снять. Держать просто, да? Давай, тогда вы сразу будете вырезать? Или вырезать потом? Потом, да? Так, ну что, давайте я тоже держать-то вот, Шуши. Может, красиво. Красиво, посмотри туда. Да. Тут, вот туда вообще. А сейчас вечером будет здорово. Да. Вот это прям уже картина. А вот и все. Да. А сейчас вечером я тебе говорю, как вот это вот все будет. Тут вот эти все закаты. Это очень красиво. Причем только у нас такой участок. Ну, остальных видишь, они. Кто близко друг к другу, кто как, кто что. Все, 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 мы дальше сделаем. Нет, высота вообще. Давай, жижечки чуть-чуть, да. Жижечки, есть жижечки. Задна пожиже, пожалуйста. Так, это что такое? Это шприц, кто плохо себя ведет, прямо укорчит. Так, у меня встанет тоже шприц лежит. Я, мне прям половничек, прям мне совсем... Да, даже поменьше, потому что еще картошка же на второе. Оставляй ножки. Андрюша, да. А что если встанем, возьмем? Никак не получится. Вообще невозможно, да, это все? Смотри, вот так, нормально? Да. Так, вот садись с мужем рядом. А что там у вас будет под чеснок? Так, я не чесноком. Ой, все. Давайте помолим. Все, давайте, ага. Ложку этого, ложку этого. Хорошо. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот день, Господь. Дай нам, чтобы он был именно плодотворный, Господи, чтобы все успели сделать, Господи, что запланировано. Да, чтобы было все, Господь, под покровом Твоим, защитой Твоей, охранять всякую власть. Благослови эту пищу, освети ее, очисти. Дай нам вкушать ее с благодарением. Прославляю имя Твое Святое, за имя Иисуса. Аминь.
Что хочешь, Илюш? Так, кому не солено, я специально не досолил. Не, я так уже не ем. Я его только куда-нибудь там добавляю. В мясо, в грибочки там. А я моим заставляю. Деталькин, помидорки. Я каждый день подушку чеснока съедаю. Вообще красиво. Это полезно. Я люблю лук жевать. Лук репчатый. Я даже моим заставляю, чтобы вот перед едой прямо без ничего прямо жевали, чтобы все микробы убивали. Да. Но он еще очень... Ты одеть что, Галь? А? Да не упадет. Нет, она... Ты не переживай. Я это вместо с дедом самосохранения нормально. Да, ну смотри, сейчас окно закончится. Раз, два, три, четыре, пять. Потому что у тебя здесь расскажут. Между пятой и шестой, то вот это вот здесь заканчивается. Значит, здесь уже... Попала. Я просто лестницу боюсь давить тяжелее, потому что у меня лестница шатается. А. Сейчас я надавлю и... Не, потому что склон, да. Ну, улетит не только лестница, если уж улетит. Ветер, конечно, сильный. Надь, падаешь, что ли? Валя, забыла я тебе шорты снимай. Ну все, гимнастику свою показала теперь. Он держит тебя, Илья. Спасибо. Андрюш, залезь, прикрути два самореза, а то... Там осталось на двух досках. Спросите у самого короля. Блин, вот что значит блин. Я про блинчик, а не про... Ну это еще блин, сам блин. Ну этот блин. Кто упал?
Насадка это ты имеешь в виду? Она падает все время сейчас. Либо куда-то туда отлетел, потому что я брала его, когда взяла. Она блестящая, должны быть все столько глазки. Во, нашла. Далеко улетела. Ой. Карандаш, у нас есть такая точилка, чтобы толстый поточить? Ну посмотри, иди. Нет такой. Ну давай, я пойду ножом поточу. Получше, получше, получше. А то мама снимает тебе и скажет, вот как ты. Энергичный. Да, энергичный. Вид, как будто ты рад. Угу. Нет, это слишком, да? Не хочешь так? Ну давай, если тебе сказали, подметай. Мечтала. Рафаэля. Что? Ты выучила? Хорошо, ты делай. Абрам! Где он, Абрам? А может вам на эту стойку забраться? Я думаю, я буду прикручивать. Почему, Олег, хватай, сматывай. Не выдержали. Ой, какой интересный мужчина. Снимай их, снимай. А потом я в церкви покажу и скажу, что снимает, братья. Не, не, руки трясутся. Дай, бог, сейчас я вернусь. Красота, страшная сила, да? Нормально. Мам, может я буду прикручивать? Я профессионал. Дай сюда. Далее, шуруповерт. Здесь надо дотянуть. Ну что? Сейчас я дотяну, когда он все отойдет. Да, держи. Мы так себя поддержим, как вставать. Просто даже держим. Тебе говорят, смотри. Тебе сказали, смотри. Да. Внутри, он внутри, а мы снаружи радуемся, да? Всегда радуемся. Ты что, к нам пришел пилить? Ест? Да. Чего? Ест, как ест, а чего? Ну, ты видела хоть раз. Ну, да. В принципе, да, можно. Thank you.
прям вообще любуюсь. Повторить надо, девчонки, повторить. Кого вы хотите подать? Эту штуку? Да. Давай, подвинем. Все, так. Погнали. Да, что, да, мне за что взять? Давай, давай. Посмотри на них. Бля, нашли все занятия. Смотри, какой. Давай сюда его покажи. Здорово. Все, вы его замочили. Я. Кто герой? Молодец. Молодец вообще. Ты посмотри. Молодцы, ребята. Кто это? Ну вот эти шершни, это они, это пчелиные эти ульи уничтожают на момент. У нас и здесь их полно тоже. Я не боюсь. Пойдем посмотрим? Нет. Почему? Пойдем поговорим с индюками. А, тоже герой, в общем, да? Понятно, как папа такой же. Папа вообще, ты что? Отойдите от лих! Ну, он. Ну, они вдвоем с Самуилом. А. Как раз два героя. Я их не боюсь, они доги. Вот он вышел от поединка. Глянь, 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 идет индеец. Индеец, индеец. Не зли, Самуил, ты для них чужой. Уйди. А потрогай, какой он мягенький. И у него брюхо спорят. Чем? Спорят, не бойся. Лапой. Тихо, индюша, не гоняй. Индюка бьет. Да не будет он у тебя клевать. Яблоко это.
Ешь. Ешь. Пока даю. На, ты ешь. Ну отойдите, зачем вы гоняете? Самуил, уйди. Они меня не боятся. Самуил, иди сюда. Он сейчас к Дэне придет. Отойдите, идите сюда. Дэнь, приведи его, Дэня. Самуил, иди сюда. Он за Дэней ходит. Погладь, он мягенький. Я его братков просто резал, ему поэтому со мной не очень комфортно. Индеец, красавчик, ага. Индеец. Вот, вот так тебе, понял, он сказал тебе. Это тебе. Это он тебе сказал. Ну. Сейчас опять тебе скажу. Вот так тебе, понял? Вот так тебе. Слюни текут? Не птица, а додик. Не знаю, что у него слюни. Авраам, давай. Опять упал. Ты глянь. На ногах не стоит. Ау! Кого? Кого ты собрался кормить? Коз? Ну, давай сейчас, это, в принципе, на весь... Ну, посмотри, как они... Ну, тогда, Абраш, покажи, где открывается дверь в эти, в ящики. В ящики эти поставите. Да, конечно, а как ты думаешь? Есть, я его тоже не буду. Штука. Как вас подлезть-то сюда? Вот так. Как вообще удобно с ней ходить. Да? Перед вот эта вот палочка, такие жесткие. Для чего она нужна, вот эта розовая? Ну, откуда я знаю, вот такого не вида. Ужас, да? Жизнь. Она вот такая должна быть, это он просто ее вот так прям. Это он рисует, видишь, как мы подходим, он начинает весь это вот красный дуться. Ага, это он старается так, показывает себя. А сколько ему лет? Год. А, год, а сколько живут они? Ну, вообще они проживут еще год и потом на котлеты пойдут. Все, Надя пошла. Разговор окончен. Да. Не деревенский житель Надя. Обиделась, пошла. Ага, вот так. Вот так, Надьки, да? А, что ты? Он с тобой дружится, Дэнь, да? Да. Сейчас смотри. Ага, пошел, глянь, к тебе пошел. Нет, не пошел, меня услышал, да? Индюша пошла к Дэне. А если это не что, они вот ко мне подходят? И что плевать мне? Я понял.
репетировали. Попьешь и уже потом на шашлык мало места будет. Хорошо. Женя, к всему немножко осталось. Вот надо было раньше, когда тебе предлагали. Мне кажется, немного можно. Пожарить чай. Немножко. Без этих. Сегодня без баклажана. Я там нажарил баклажан, хватит. Свежими давай ты его победишь когда-нибудь. Получится. Мне кажется, ты как неправильно бьешь, нет? Правильно. Так надо? Да. Ноги. Твои целиком. Как? Давай. Давай. У Гали ровно. А что ты наклёшь будет? Да, пускай наклёшь, пошёл. Там эти штуки будем. А, клеить тогда. Да, конечно, вот там это сам. У тебя ровно, да? Галь, у тебя ровно? Я вот тут я фонарю кость, у меня ровно. А, прям. Горит и горит. А ты что будешь делать? Не трогай, наверное, Коля сейчас подойдет. Не, пусть прогорает. Угу. И как там? Хорошо, взял, стоите. Что? Все. Ну и что, стоим ручками махаем. Всем привет. Привет. Хочу передать привет своей маме. А работать кто будет? Свекрови. Какой свекрови? Работать надо. Всем братьям и сестрам привет. А также Нелли особенно привет. Это просто не успел передать по телефону. В воскресенье покажут, да? Хорошо, в воскресенье будет показано еще. Ну, они всегда показывают. Я там выше живу. Не надо меня показывать. Нормально? Особенно надо шашлык попасть. Не волнуйся, все будет хорошо. Ты все сам только любишь делать. Что думаешь, мы не умеем делать? Скажи, не сомневайся. Вот дай мне хоть послужить. Так, у нас еще один шампур. Давай. Что люди знают? Все в этом тюрьме. Коля, на, относи это твоим зверям. Это сам. Вон ведро. Что тебе подарить на день рождения? Сломала. Пожалуйста, подарите мне шуруповерт. Шуруп сломала?
Ой, ты моя прелесть. Ой, ты моя. Ой, тебе тоже, да? На, скорее, на. А, кстати, вот это вот посерединке, видишь? Видишь, какая она заморашка. Я ей тоже с яиц сняла. И до сих пор цесарина ей под себя сгребет. И вон, видишь, какая она вся облезлая. Ну, это хоть ходит, ест, пьет. Закольцо, закольцо они все блестящие. На, нету колечка. Все, нету. Угу, теперь тут ко мне, да? Тут неинтересно, да? Это неинтересно. Все рисует вот тут. Аж старается, старается, глянь, пыхтит, ходит. Да, такого не удержишь. Не, его даже и не поднимешь. Да. Ну, я, допустим, не подниму. А, скорее так. На. Некогда, занят, ты видишь? Это индюшки, скажи мне. Завлекает. Да, вторые. На канале у меня вторые. А где эти ножницы? Тоже пускай благословит дом благословит. И весь дом во имя Иисуса. И всех вас, ваших животных, да. Вас, и ваших детей, и животных, да. И охрана пусть всегда будет, Божья охрана будет над этим домом во имя Иисуса. И чтобы всегда здесь была полная чаша. Я не постою больше во имя. Нет, не надо постою. Так, кружки, разбирайте кружки, вот. Я бы хотел еще кружку. Бери кружку. Давай кружку. Твоя вот эта нарос. Давай твоя кружка. Давай мою кружку. Блин, как засуетились-то прям вообще, да. Ты посмотри. Проголодали. Борду мы с ним, борду. Вообще красавчик, что говорить. Борду мы с ним. Твой мясо, иди возьми. А какое? А где? Ну какой хочешь? Вот там свинина, а там курица. Только ножек уже не осталось. Или, наверное, все смешали там уже. Крути, 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 Валера, крути.